Вітаю вас, шановні глядачі, ви дивитесь «Тему дня». І сьогодні ми будемо говорити про початок опалювального сезону в нашому місті. Наскільки готовий Миколаїв до нього і коли в домівках місця буде тепло? Я нагадую, що хочу представити вам нашого гостя сьогоднішньої програми, заступника міського голови Юрія Степанця. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий вечір. Хочу нагадати всім телеглядачам, що якщо під час нашої програми у вас виникнуть запитання, ви можете зателефонувати до нашої студії та поставити їх безпосередньо нашому гостю. Телефони студії 76 92 33. Тож, пане Юрію, рівно тиждень тому, сьогодні, як ви були у нас на прямому ефірі, брали участь в проєкті «Звіти наживо». І темою того проєкту також був початок опалювального сезону. На той момент ви казали, що існують деякі проблеми при підготовці, є проблеми на тепломережах. Чи наскільки змінилася ситуація за ці 7 днів і наскільки готові тепломережі зараз до опалювального сезону? Ну, за неделю изменилось самое главное, то, что наконец-то наше предприятие, вернее, не наше предприятие, так скажем, это государственное предприятие, Николаевская ТЭЦ, наконец-то устранила все прорывы, все аварии на своих сетях. Буквально сегодня ночью они заварили там последние прорывы, пустили в системы воду, то есть наполняют системы. Пока мы не видим ни прорывов, ни утечек. То есть это радует, то, что уже одно из основных предприятий, которое поставляет тепло, я вам скажу, что данное предприятие отапливает порядка 40% объектов города Николаева. Сегодня наконец-то справилась с задачей и свои сети подготовили к зиме. Что касается жилого фонда, неделю назад у нас было 15 домов еще не готово к отопительному сезону. На сегодня осталось 3 дома, где ведутся завершительные работы, И мы ожидаем, что к концу недели все 3 дома будут сданы для теплогенерирующих предприятий и получат акты о готовности к получению тепла. То есть до конца этой недели мы ожидаем полностью, все дома будут готовы, ну и сети, слава богу, на сегодня уже готовы. Це така добра новина. Хотілося б спитати про те, що в Миколаєві на даний момент працюють 2 теплогенеруючі підприємства. Це державна Миколаївська ТЕЦ та комунальна Миколаїв Облтеплоенерго. Чи існують у містян борги перед цими компаніями за минулий опалювальний сезон і яка це сума? К сожалению, эти долги есть. По сумме не буду говорить, но эта сумма исчисляется в десятки миллионов гривен, чтобы вы понимали. Мы берем с нарастающим итогом. К сожалению, есть такие долги. Наше предприятие коммунальное, то, что мы приняли в этом году в коммунальную собственность, Николаев Облтеплоэнерго, проводит активную работу с населением. Я знаю, что директор предприятия лично ездит по домам, собирает собрания, проводит разъяснительную работу, что надо платить обязательно за тепло, рассчитываться с долгами. К сожалению, так построена система, что прежде чем получить тепло, надо получить газ. А за газ надо сделать 100% предоплату. Есть специальные формулы расчета за этот газ, и любое предприятие, которое поставляет тепло, должно сделать предоплату в размере не менее 90%. То есть расчеты за газ должны быть на уровне не менее 90%. К сожалению, у нас по состоянию еще на сентябрь месяц там Облтеплоэнерго не могло получить номинации на газ, поскольку этого уровня не было. Вот такими методами, убеждением, где-то, естественно, там это подача исковых заявлений в суд на взыскание задолженности, удалось достичь уровня оплаты 90%, плюс социальная сфера проплатила, естественно, там дали аванс данному предприятию на получение тепла. И поэтому мы вышли на этот уровень, то есть мы с газом, слава богу. Там, то есть, у нас есть номинации на газ, поэтому переживать на данный момент не стоит, но... Хочу повториться, что если не будет расчетов за тепло с теплогенерирующими предприятиями, они, к сожалению, не смогут рассчитываться за газ, и мы можем быть на грани остановки данные предприятия. То есть без газа тепла не будет. Да. А чи є, наприклад, у цих компаній борги перед «Нафтогазом Україна»? І яка це сума? В якому розмірі, якщо є ці борги? А там борги, долги, к сожалению, сотні мільйонів гривень составляють. Но мы должны понимать, что если там долг населения составляет там порядка там где-то 30-40%, то основной долг это разница в тарифах. Ну, для примера, там, допустим, Николаев Облтеплоэнерго отапливал там социальную сферу, там ему считали цену газа одну, там, а продавали по другой. То есть возникало, то есть по большей цене он получал этот газ.
возникала разница в тарифах, которую государство должно было покрыть. К сожалению, оно не покрыло эту разницу в тарифах, там сумма больше 100 миллионов гривен. Там. Это все ложится на плечи предприятия, к сожалению. Там. Либо на плечи нашего городского бюджета. Вы знаете, что предприятие не остановилось, была очень плачевная там финансовая ситуация на предприятии. Городской совет, я благодарен депутатам городского совета, все-таки приняли мудрое решение, решили профинансировать предприятие в размере 35 миллионов гривен. 35 миллионов гривен выделяли предприятию для того, чтобы предприятие не остановилось. У предприятия есть налоговые обязательства, он должен платить налоги. К сожалению, у него налоговый долг рос только. У предприятия есть персонал, который работает, которому надо платить зарплату. Поэтому нельзя останавливать данное предприятие ни в коем случае. Поэтому депутаты приняли взвешенное решение, выделили деньги. Сейчас директор предприятия оформляет там документы необходимые финансовые. Я надеюсь, что на следующей неделе предприятие получит деньги. Он рассчитается по налогам, он рассчитается по зарплате с людьми, там, чтобы никаких сбоев в работе данного предприятия не было. Там. По предприятию Николаевская ТЭЦ немножко лучшая ситуация. Но также, насколько я знаю, там довольно-таки большой долг, и тоже он возникает из-за разницы тарифов в основном. А чи вплинуть ці борги Миколаївоблтеплоенерго, наприклад, на обсяги газу від «Нафтогаз Україна»? І який тариф Миколаїв отримує на опалювальний сезон для містян? Ну, тариф не помінявся. Тариф, як було, так і залишився. Тариф ми встановлюють нам НКРЕ. Тобто, щоб ми розуміли, ніколаївці, тариф не встановлює городська власть. Є государственний регулятор. Так. Це національна комісія, яка регулює тарифи. Тобто тарифи встановлює даний регулятор. Тариф, который установил регулятор, так и будет. То, что газ поднялся в цене для населения с 1 ноября да. на 23,5%, это не повлияет на разницу тарифа по теплу. Возможно, тогда разница тарифа по теплу будет, вернее, новый тариф по теплу будет и принят, но, как показывает практика, чтобы изменить тариф, проходит период где-то около полугода. То есть там проводятся предварительные слушания, есть процедура такая, сложная процедура, несколько слушаний предварительных, согласуются в НКРЕ эти слушания. То есть надо пройти не одно заседание комиссии НКРЕ, только после этого они нам утвердят тариф. То есть я понимаю, что новый тариф с учетом повышения цены на газ мы получим в любом случае не раньше следующего года. То есть пока жителям переживать не за что, то есть тариф на тепло не будет поднят в связи с ростом цены на газ, но мы должны прекрасно понимать, что это ляжет опять же на плечи предприятия. И, к моему, наверное, большому сожалению, скорее всего, это ляжет опять же на плечи городского бюджета. Нам надо будет опять дотировать данное предприятие, потому что оно будет сейчас работать в убыток. Так, я розумію. Ще одна гостра проблема, що турбує миколаївців на даний момент, це на початку жовтня те, що відбулося. Містяни отримали так звані подвійні платіжки з обслуговування будинків. Вони отримали одні платіжки від ЖЕКів, а другі платіжки від компанії, управляючої компанії «Місто для людей». І як ми знаємо всі, що 15 жовтня миколаївці вийшли на Соборну площу з мітингом і проти подвійних платіжок, і взагалі проти нової управляючої компанії. Давайте перед коментарем подивимося сюжет, який зробила наша служба новин з цієї теми. Площадь наша, значит, наш митинг зарегистрированный. Мы тут собрались все вместе, чтобы все видели. Посидели на лавочке, отдохнули, подышали свежим воздухом, а теперь потихонечку начинаем работать. Мітингувальники розташувались на проїжджій частині. Учасники – жителі мікрорайонів Соляні, Північне, Кульбакіно та Інгульського району. Виступають проти керуючої компанії «Місто для людей», постачальника житлово-комунальних послуг. Мешканці будинків отримали два рахунки – від старих ЖЕКів і від нової компанії. Чому ви сюди прийшли, власне? Чому ще відстоюєте сьогодні? Ми прийшли за право вибору. Ми прийшли за право вибору, щоб у нас було право вибору, щоб ми могли, щоб до нас прислуховувались і добитися свого.
Там прийшли платіжки. Це ужасно. Це виходить, що за до нас прийшли рахунки. Це жахливо. Це виходить, ми повинні заплатити десь 500 рублів. Гривень, так. Один вимагає, бо він працював, і інший вимагає. У нашому будинку, я живу на Мира 54, у нас люди не будуть платити, поки все це не вирішиться. Все ж таки повинні вирішити, що робити. Безсовісний. Він зажравшися вже. Безсовісний. Він зажрався вже, кишені набив, а ми старі ледь зводимо кінці з кінцями. А він чогось придумав, плату таку дику. Передайте йому привіт і скажіть йому, що він свиня. І скажіть, що він свиня. Мітинг тривав годину. Представники міської влади до мітингувальників не вийшли. 15 жовтня – офіційний вихідний день. За результатами акції учасники склали та підписали резолюцію. Ми єдине просимо в мера почути людей. Тут нема ні переможців, ні переможених. Тут потрібно єдине – повернути керуючу компанію, комунальну в район, повернути людям право вибору і влаштувати конкурс. Ми зараз ось вже близько 300 підписів зібрали. Ось ще люди підходять. Значить, ми віддаємо у міську раду, ми віддаємо у облдержадміністрацію для того, щоб аби звернути увагу. Ми віддаємо у антимонопольний комітет. Коментувати ситуацію на мітингу поліцейські відмовились, перенаправивши наших журналістів до неіснуючого джерела. По завершенню мітингувальники сіли у автобуси та поїхали. Отакий сюжет, але у нас є дзвінок в студію, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У меня такой вопрос. Мне 70 лет. 40 лет я отработала в заводе. Сейчас осталась одна. У нас в 2016 году установили счетчик, так сказать, по просьбе жильцов. И я при моей пенсии, которую я заработала за 40 лет, 1600 гривен, должна отдавать ежемесячно 2500. Я уже куда только не жаловалась. Нет, обрежьтесь. Да я согласна, обрежьтесь. Потому что я сидела прошлую зиму, ту зиму, когда муж умирал, я уже ничего не слушала, не ощущала. Эту зиму я сидела, вызывала работников. У меня две комнаты. В одной 14 градусов, в одной 16, а 18 в той комнате, которая закрыта, где муж умер. И правды так и не нашла. Мне в тот году нарисовали 5000, сейчас я опять 6 должна. А где мне их брать? Скажіть, будь ласка, в які саме інстанції ви зверталися? Я була в Теплокомуненерго, заявлення віднесла. Потім була, дзвонила на гарячу лінію губернатора, правительства. І мене направляли, от я була у Валентина, як Олександр, що ли, в Інгульському адміністрації, замруководителя. Ми з ним договорились за того, що я должна агітувати своїх сусідів, щоб ми дружно всі обрізались. Це така офіційна відповідь, яку вам надали? Так, да, він мені дав такий відповідь. Пане Юрію. Ну, смотрите, действительно, я так понимаю, что женщина живет, наверное, в этих старых домах, которые там двух-трехэтажные, да? Да. Да, к сожалению, в этих домах у нас самый высокий тариф по городу. И было бы действительно логично, чтобы полностью эти дома перевели на автономное отопление. Централизованное отопление там действительно очень дорогое в этих домах. Это, к сожалению, проблема не только ваша, это проблема многих домов города Николаева, где люди просят их как-то что-то сделать, чтобы меньше платить за тепло. Ну, если женщине 70 лет, я так понимаю, пенсия 1600 гривен нужно, я так считаю, надо оформить было субсидию в первую очередь, там, чтобы меньше платить, это раз. А второе, к сожалению, да, на сегодняшний день законодательство такое, что запрещено отрезать центральное отопление в отдельных квартирах. То есть, либо весь дом переходит на автономное отопление, либо никто. К сожалению, да, так и ответили в Ингульской администрации. Департамент энергоэффективности наш сегодня работает над стратегией, как мы в дальнейшем видим, допустим, в целом, как будет город отапливаться. То есть ряд мероприятий энергоэффективных, и действительно было бы эффективней, чтобы вот такие дома отрезались от централизованного отопления и ставились какие-то индивидуальные там, узлы там, тепла. Или это будет котел там, на дом, либо это будут поквартирные там, котлы. Там. То есть над этим работают сегодня. Тобто зараз ще запропонувати, к сожалению, мы сегодня пока не можем предложить ничего, кроме того, что ответили в Ингульской администрации.
то надо всему дому отрезаться от централизованного отопления и переходить на индивидуальное отопление. Только, ну и, как я сказал, надо использовать, пока есть возможность на сегодняшний день, это механизм субсидий, льгот, то есть оформлять субсидии, чтобы платить за тепло в зависимости от дохода, который получает человек. Что касается разницы температур в квартире, я прошу, обратитесь, пожалуйста, ко мне письменно в мэрию. Я дам задание, чтобы обязательно проверили, почему разная температура. Возможно, где-то не промыты какие-то системы. Обычно в таких старых домах даже не рискуют промывать системы, потому что они очень старые. Начинаешь промывать, забивается все там. Ну, попробуем что-то исправить в этой ситуации. А с какой причины тариф там отрезняется настолько, кажется, что... Большие потери получаются. То есть теплоисточник один, он идет во все дома, что в девятиэтажный дом заходит, что в двухэтажный. Но в двухэтажном очень большие потери. То есть идут же потери трубы, они же те же лежат, да, там какие-то потери идут, там, пока доставят тепло. А в итоге потребителей мало, и эти потери ложатся на этих потребителей. Если дом большой, девятиэтажный, там, то есть на всех распределили эти потери, то есть получается не такая большая сумма. Там. Чем меньше дом, тем больше сумма распределяется, да, на потребителей этих потерь, и получается тариф больше, выше получается в этих домах. Дякую. Ну, я сподіваюся, що ми дали вичерпну відповідь нашій телеглядачці. І хотілося б повернутися до сюжету, який ми передивилися нещодавно. Так, ваш коментар. По мітингу. Ну, що хочу сказати. Ми вже неоднократно збирали, і також ми бесідували із організатором цього мітингу, Іван Іванович, о, Олександр Олександрович, прошу прощення, Іваненко. Да, действительно, произошла такая ситуация, что за сентябрь месяц у нас люди получили платежки, в которых было указано две компании. Да? Там, где был старый ЖЭК, указан старый ЖЭК, и новая компания, управляющая место для людей. Значит, единственная такая противоречивая ситуация у нас возникла именно по Ангульскому району, там, где ЖЭК Пивдень у нас. Потому что ЖЭК Пивдень выставил полностью платеж за весь месяц. И выставил этот же платеж у нас место для людей. То есть, ну, выставили в тех объемах, в которых они считают, что они оказали услуги. Поскольку место для людей с 1 сентября заключило договора с Облэнерго и с компаниями, которые обслуживают лифты, то, по сути, Пивдень неправомерно выставил свои платежи, в которые тоже включил оплату электроэнергии и включил оплату лифтов там. То есть, если работники Пивни работали, и работали они полный месяц, там, насколько я знаю, до 21 числа они работали, они должны были выставить за свой объем работы вот эту платеж. За остальной объем работы, то, что выполняло место людей, должны были выставить они. К сожалению, две компании не нашли между собой общего языка, хотя мы их собирали и просили там, распределить, кто оказал услугу какую, и выставить платеж только на ту услугу, что вы оказали. Все ЖЭКи нашли понимание, кроме Пивни, там, место для людей. Поэтому мы уже людям объявляли, я еще раз скажу, что платить двум компаниям не надо. Там. Так, заплатите одной компании. Кто уже заплатил Пивню, пусть так и остается. Место для людей возьмут на себя эти затраты, если они те дома обслуживали, там не надо будет им платить за этот месяц. Кто не заплатил еще, там, мы все-таки рекомендовали платить этой компании управляющей, потому что договора с ними заключены. И Облэнерго, и лифтовых хозяйств. То есть... Место для людей сейчас надо будет оплатить электроэнергию общих мест пользования, надо будет оплатить за обслуживание лифтов. Если они не оплатят, естественно, есть угроза, что лифты остановятся, либо подъезды будут темные у нас, не будут освещаться там. Поэтому мы определились так. Еще была у нас проблема по Северному и Соляным. Угу, да. Там также ошибочно ЖЭК Бриз, который некоторое время обслуживал этот район, и уже зашла компания «Место для людей», также Бриз выставил ошибочный счет за, эту, за электроэнергию, за обслуживание лифтов. Бриз пообещал, что они все это отзовут, исправят, и люди получат там перерасчеты за этот месяц. За октябрь месяц, я уверен, уже не будет такой ситуации. Будет платежка, в которой будет указана только одна компания, либо ЖЭК, которая обслуживает, либо управляющая компания «Место для людей». И уже не будет такой неразберихи. Ну, к сожалению, такой переходный период сложный прошел. Есть, конечно, там вина там и городских властей. Я не отрицаю, что до конца все не разложили по полочкам, как оно должно быть. Поэтому такая неразбериха и сумбур произошел там. Но скажу одно, что платить в две компании не надо. Там, где если у вас это касается Ингульского района и Соляные, и Северные.
Что касается других районов, это у нас Корабельный район, куда также вошла компания «Место для людей». Там ЖЭКи выставили платежи только за тот период, который они работали, за те услуги, что они оказали. «Место для людей» должно было выставить платежи только за тот период, который они работали, и за те услуги, которые они оказали. Очень часто у нас звучат нарекания в адрес той же компании «Место для людей». Да, там вот дворники плохо работают, где-то не убирают. У людей есть полное право заактировать, если услуга не оказана, и за эту услугу не платить. Это указано в договоре, что за услугу, которая не оказана, платить не надо. А який механизм довести, що ця послуга? Собрались 3-4 человека, заактировали, что это услуги не за такой-то, такой-то день, сдали в компанию «Место для людей», все, пусть они рассчитывают свои платежи с учетом того, что этой услуги действительно не было оказано, если они пытаются ее включить там, в платеж. Там. Но хотя, как мне заверил руководитель «Места для людей», они не выставляют платежи те услуги, которые они оказали. Там. Ну, верить на слово я не буду. Там. Граждане лучше видят, наши жители, какая услуга была оказана, и качественная, или, либо некачественная. Хотілося б дізнатися, яким чином обиралася, чому саме ця компанія, який був механізм вибору? Я не був ні членом конкурсної комісії, тому був конкурс, були члени конкурсної комісії, які визначали, по яким критеріям ця компанія стала победителем, чому не це. Но я хочу сказати одне, що ось цей конкурс показав, що все-таки у нас народ в більшості своєму може бути активний. К сожалению, вот эти люди, которые вышли на площадь и кричат, дайте нам право выбора, у людей было 2 года права выбора. 2 года можно было выбирать, там, где вы будете обслуживаться. Там. Сейчас тоже есть очень благодатная почта, выбрать, в какой компании вы хотите обслуживаться. Это касается остальных жителей нашего города, где не проведены конкурсы, где еще работают ЖЭКи. В любом случае мы перейдем к форме управления управляющей компанией. Сейчас люди могут собираться, составлять протоколы, согласно законодательству, сдавать в мэрию там и определяться, где они будут обслуживаться, по каким тарифам, на каких условиях. Добре, у нас звоночек, знову ж таки. Будь ласка, студія. Алло. Так, доброго вечора, вітаємо вас. Добрий вечір. Хотіла у вас спросити такий вопрос. Прийшов, я завжди до 10-го числа оплачиваю комуналку, платила вже. И пришел листик 10 числа, и пишется, что ЖЭК платить не нужно, а появилось место для людей мы купаем. Что мне в такой ситуации делать, если я уже оплатила? Скажите, в какой ЖЭК вы оплатили? ЖЭК-24. ЖЭК-24, да? Ну, думаю, да. Мы разберемся с этой ситуацией. В любом случае, между этими ЖЭКами и компанией «Место людей» есть понимание. Там, если ЖЭК получил оплату за те услуги, которые он не сделал, он перечислит это место для людей. Если ЖЭК работал, то место для людей не будет требовать оплату. Но вы сказали, что уже потребовали, да, место для людей оплату? Да, но это за сентябрь ЖЭК ничего не требует в листике по оплате, а место для людей потребовало. За сентябрь еще раз, ЖЭК не требует оплатить, а место для людей требует оплатить? Да. Хорошо, я прошу вас, вы письменно обратитесь, мы дадим поручение, чтобы ЖЭК 24, если он взял незаконно с вас плату, вернее, вы, если вы ошибочно перечислили, чтобы они перечислили все это на место для людей. Там. Это не вопрос, я думаю, что там есть взаимопонимание между ЖЭКом и компанией, там. Мы сделаем это перерасчетом, там, чтобы не было никаких долгов у вас. Я понял. Надо обязательно для людей платить. Место для людей сейчас обслуживает ту территорию, которую обслуживал ЖЭП-24. В ЖЭП-24 на сегодняшний день нет персонала, чтобы он мог там работать, поэтому надо платить той компании, которая вас обслуживает. Но еще раз хочу вам сказать, что платите за те услуги, которые они вам оказали. Потому что если действительно услуга не оказывается, вы можете актировать, что не оказалась услуга там, и не платить за эту услугу. Это предусмотрено законодательство на сегодняшний день. Тож, ага. Вопросов нет. Да, вопросов нема. И до того ж, и час нашего эфира уже стик. Я дякую вам, пане Юрію, что вы сегодня были в нашей студии, что надали, я думаю, объективные ответы на те запитания, которые лунали сегодня в эфире. Дякуємо вам. Дивіться тему дня на наступного тижня. І о 20:40 дивіться, будь ласка, на нашому каналі підсумковий випуск новин.